Спасибо моей маме, я тебя очень люблю. Вот. За то, что ты есть, за то, что вообще помогаешь, поддерживаешь. Детям то, что радует. Когда у детей хорошо, тогда и у родителей хорошо. Друзьям за то, что также помогали мне в реализации меня. Помогали как и морально, так, может быть, и материально. Спасибо своему тренеру Виталию Николаевичу за то, что он нас тренирует. Я хочу сказать спасибо маме за любовь и поддержку. Я хочу спасибо сказать нашей школе, то, что она у нас такая хорошая, учителю, классному руководителю. Хабирову, конечно, спасибо, что у нас Уфа такая красивая. Спасибо, наверное, своим детям, внукам, которые есть. Спасибо родителям, которые нас подняли. А за что подняли. Детям, внукам? За то, что помнят о нас, интересуются, звонят, спрашивают, как мы тут. Спасибо девушке за то, что любит меня таким, какой я есть. За что еще и спасибо? Вкусно готовит, бывает, поддерживает меня. Спасибо Деду Морозу, что дал наконец-то нам возможность немножечко ощутить, что такое настоящая зима. Ну и огромное спасибо всем тем, кто делает какие-то добрые дела. Я считаю, что в наше время добрых дел надо делать как можно больше. Ну а я, в свою очередь, от коллектива всего телеканала «Вся Уфа» хочу сказать спасибо нашим телезрителям и подписчикам за то, что они смотрят и читают нас.